Всем привет, ловите очередной топ товаров с AliExpress, из которых я могу поспорить, вам точно что-нибудь понравится. Это двухмоторный складной электрический скутер. Внешне он чем-то похож на велосипед, только без педалей. У него имеется три скорости езды, 10, 20 и 25 км в час соответственно. Максимальный вес пассажира не должен составлять более 120 кг. Сделан скутер из алюминиевого сплава. Работает он, как я уже сказал, на батарее, которая до максимума заряжается всего за 1,5 часа. На одном заряде он способен проехать до 30 км. Также в него установлен 250-ваттный двигатель и имеется 14-дюймовые колеса. Самокат достаточно удобный и стильный, отличный вариант для города. А это динамик караоке, с которым легко можно гулять по улице или устраивать домашние выступления. У него имеется Wi-Fi подключение, возможность записи видео, функция радио и многое другое. Само устройство также оснащено удобной высокой ручкой, которую можно выдвинуть на нужную вам длину, и также качественными колесами. Кроме того, в этот динамик встроены шикарные колонки, способные делать звук объемным. На боковой его части находятся различные разъемы, AUX, USB, отверстия под микрофон и много чего еще. Также в комплекте имеется специальный пульт, который поможет вам все это настроить. Следующий на очереди идет гамак. Он легко и быстро раскладывается и также собирается, отчего практически не занимает места в рюкзаке. Гамак выполнен из парашютной ткани нейлон, которая отличается своей высокой прочностью, износостойкостью и формоустойчивостью. Кроме того, он легко поддается чистке и защищает от ветра. В качестве веса он может выдержать нагрузку до 300 кг. Для фиксации лежанки используется прочная стропа из полипропиленовых волокон. У продавца в наличии также имеются гамаки с закрытым верхом, защищающие от дождя и насекомых. Далее идет магнитный кабель для быстрой зарядки. Обратите внимание, что комплект включает в себя именно кабель, а не полноценное зарядное устройство с блоком. В наличии имеются переходники как для айфонов, так и устройств с разъемом Type-C или же microUSB. Наличие магнитных фиксаторов значительно упрощает пользование зарядкой и избавляет от постоянной проблемы запутанных проводов. Кабель можно растянуть, скрутить, завязать, после чего он все равно быстро вернется к исходной форме. На очереди инновационная технология, способная, как заявляет производитель, помочь от выпадения волос. Выглядит это все как кепка, но под ней скрывается тонкий шлем, в который встроены некие лазерные механизмы. Вы подключаете его к специальной небольшой зарядке, надеваете сверху кепку и спокойно носите. С виду кепка ничем не будет отличаться от других головных уборов. Весит это все порядка 200 грамм и не доставляет дискомфорта при ношении. Наконец-то появился ультрамодный, суперсовременный и просто офигенный телефон под завязку, напичканный классными полезными функциями. В нем все хорошо, начиная от дизайна и заканчивая мгновенной зарядкой. Сочетая большую диагональ и частоту 90 Гц, его экран дает максимально четкое и плавное изображение. Фронтальная камера оснащена двумя модулями, основной на 16 мегапикселей и сверхширокоугольный 105 градусов, что дает возможность сделать качественные панорамные селфи. Оперативной памяти 8 гигабайт, батарея 4300 мАч, 3 слота для карт, мгновенная зарядка. Ничего такой телефончик, правда? А это долгожданный умный браслет-фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 5. Его полной батареи хватает на 14 дней, в то время как до полной зарядки проходит не более 2 часов. Часы также полностью водонепроницаемы. Устройство способно подсчитывать шаги, расстояние, сожженные калории и отображать развернутую инфографику тела. Подключается он к вашему смартфону через Bluetooth. Помимо фитнес-функций, часы также могут быть секундомером, таймером и будильником. Могут разблокировать ваш телефон, напомнить о событиях и много чего еще. Очень полезная, стильная вещица в жизни любого активного человека. Теперь я покажу вам полезную вещь для автомобилистов. Это GPRS-трекер, который в силу его внешнего вида совсем непросто обнаружить. Он запросто может выполнять роль USB-кабеля и в то же время передавать данные по GPS. Правда, как уточняет производитель, система совмещается лишь с устройствами на базе Android. Длину провода около 1 метра, в комплекте идут сам провод и инструкция по его применению. Прибор для установки защитного стекла подойдет для телефона в любой марке с диагональю до 6 дюймов. Он представляет собой конструкцию, на которой крепится само закаленное стекло, а также фиксируется телефон. Таким образом, две части равномерно соединяются и сдавливаются боковой защелкой. Гаджет применим только для стекол, а более легкие покрытия вроде пленки не подойдут. Это ультратонкий пластиковый пауэрбанк, подходит он для айфонов. В наличии имеется множество различных цветов, из-за маленьких размеров он запросто помещается даже в карман. Емкость батареи варьируется от 2 до 5000 мАч, весит он порядка 60 грамм. Что еще стоило бы отметить, телефон не сможет случайно из него выпасть, ведь снимается он лишь вертикально вдоль корпуса устройства. А это водный дрон. Сразу хочется отметить, что диапазон беспроводного управления составляет до 1 километра. Также он оснащен уникальной двойной вращающейся 4К камерой. Батарея в него установлена тоже соответствующего уровня. Водонепроницаемого аккумулятора в 5000 мАч хватит на 2 часа беспрерывной работы. Кроме того, встроенный искусственный интеллект может обнаружить расположение рыб в пределах 80 метров под водой и отображать все на дисплее. Также в устройстве есть и функция приманки рыбы и еще много чего другого. В комплекте с дроном идут аккумулятор, сумка для хранения, 4 лезвия, джойстик для мобильного телефона, пульт управления устройством, а также инструкция.
Эта чудо-ручка сочетает в себе держатель для телефона, стилус и яркий фонарик. Не знаю, зачем фонарик, но за свою стоимость вещь годная. Стилус – это специальный карандаш, который можно водить по экрану, например, если вы используете устройство для рисования. На его наконечнике имеется резиновое основание, благодаря которому прибор не может поцарапать экран. А если согнуть ручку, то она превратится в держатель для телефона. А это портативная клавиатура с держателем для устройства. Она подключается через Bluetooth и заменит экранную клавиатуру на обычную. Такой гаджет можно использовать в сочетании с телефоном, планшетом или же ноутбуком-трансформером. Клавиатура оснащена всеми важными клавишами, включая верхний ряд цевками и командные. Работает она от одной батарейки типа 3А. В целом ее хватит на 288 часов работы. Вещь однозначно полезная, особенно для тех, кому неудобно брать с собой ноутбук или же пользоваться сенсорной раскладкой. К тому же она не занимает много места в сумке. При покупке обратите, пожалуйста, внимание, что на клавиатуре отсутствуют русские символы, но для тех, кто обладает слепой печатью, это не будет проблемой. Единственное, меня смущает подставка для устройств, выглядит она уж совсем ненадежной, но может я зря об этом беспокоюсь. Следующий товар порадует автомобилистов. Это жидкое керамическое покрытие твердости 9H по шкале Моуса, где за 10H принята твердость алмаза. Обработка автомобиля керамикой позволяет защитить покрытие от погодных осадков, случайных царапин, сколов, что в свою очередь значительно сэкономит затраты на автомойку и ремонт. Конечно, не стоит надеяться, что после этого обычное авто превратится в бронированный танк. Все в меру разумного, но хлопот точно поубавится. Кроме того, после нанесения слоев изменится и вид машины. Цвет станет насыщеннее и ярче. Также появится глянцевое покрытие, словно у машины после салона. О том, насколько эффективно именно этот товар, судить сложно, ведь стоит понимать, что это Китай, да и цена немного ниже магазинной. Однако положительные отзывы и огромное количество заказов внушают доверие. Честно говоря, плоховато дружу с нитками и иглами, и думаю, здесь найдутся те, кто разделят со мной эту участь, поэтому я был особенно рад встретить на Али этот гаджет. Это нитка-вдеватель. Принцип работы такого приспособления заключается в том, что он автоматически пропускает нить через иглу. Для этого необходимо первоначально вдеть нитку, после чего в специальное отверстие ушком просунуть саму иголку. Одно нажатие и вуаля, больше не придется сидеть и под микроскопом разглядывать маленькое отверстие. С таким необычным напольным покрытием точно никто не осмелится выходить со своей комнаты ночью. Все дело в том, что оно представляет собой светящуюся пластину, изображающий 3D рисунок при помощи диодов. Смотря на него, кажется, что внизу таинственная бездна, в которую можно провалиться. Такое покрытие можно установить как на пол, так и на стены. Его габариты составляют 50 на 50 сантиметров, а сам отступ 7. Каждая пластина оснащена RGB подсветкой. Их можно комбинировать между собой, чтобы создавать различные эффекты или же рисунки. Срок службы одной пластины составляет 10 тысяч часов, а ее поверхность выполнена из прочного закаленного стекла. Умная кость – это отличный способ не дать заскучать своему четвероногому другу во время своего отсутствия. Она настраивается через приложение на смартфоне, имеет несколько запрограммированных действий, а также два основных режима работы – погоня за питомцем и скрытие. По желанию, игрушкой можно управлять вручную, придумывая новые задачи, изменяя параметры скорости. Она также умеет подстраиваться под настроение питомца и от этого меняет свое поведение. Однако заряда кости хватает на 40 минут работы в активном режиме и около 4 в неактивном. Основная часть выполнена из стойкого ABS-пластика, мягкие боковины из пищевого силикона, который безопасен для питомцев. А сейчас я покажу вам инструмент, который многим может очень пригодиться в быту. Это плоскогубцы для обжима проводов. Механизм многофункционален. У него есть ручка для захвата предмета, отверстие для самой зачистки, а также обжимная головка. Изготовлено все из ультрапрочного материала, а также лезвия полностью регулируемые и легко заменяемые. Эргономичный дизайн и работа без аккумулятора. Это волшебный магнитный кубик, он подключается по Bluetooth через специальное приложение. Также все в том же приложении можно посмотреть видеоинструкцию, в которой подробно объясняется, в какие игры и как им можно играть. Каждое ваше действие будет отображаться на дисплее смартфона и синхронизироваться с глобальной сетью. С этим кубиком вы сможете соревноваться с друзьями в разных областях, тренируя свой мозг и свою ловкость рук. Это интереснейшее современное развлечение для людей любого возраста. Теперь на очереди еще одна интересная вещица. Это мини-Bluetooth наушник с гарнитурой. Он очень маленький и практически незаметен в ушах. Как только вы достанете наушники из специального бокса, они автоматически подключатся к вашему смартфону. Чувствительность звучания наушников лежит в пределах 90 дБ. На одном заряде они способны проработать от 3 до 4 часов в режиме воспроизведения музыки, а на подзарядку уйдет около часа.